Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Вакцинація від коронавірусу у Дніпрі. Коли чекати і якої якості? Сьогодні будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати у прес-центрі професорка кафедри інфекційних хвороб Дніпропетровської медакадемії Людмила Шестакович-Корецька. Людмила, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, коли ж планується ввезення вакцини в Україну і безпосередньо, як вона потрапить до регіонів і безпосередньо нашої області? Вопрос сложный, потому что официальной такой информации нет, но судя по той информации, которую нам дает Минздрав Украины, министр здравоохранения Украины, то вакцинация должна начаться в первом квартале этого года. Но многое зависит от того еще, как будет зарегистрирована вакцина и решены все организационные вопросы. Поэтому это может сдвинуться, конечно, на какой-то период, может быть, на весну. Но официальной информации нет, поэтому предположительно так. Первый, второй квартал 2021 года. Наприкінці 2020 року була інформація, що Україна і сама розроблятиме власну вакцину. Потім Володимир Зеленський повідомив про те, що ця розробка припинена через нехватку техніки і так далі. Далі була теж інформація, що вакцинація буде завдяки Китаю і вакцину привезуть саме з Китаю. Потім те, що ми закуповуватимемо у інших країн ЄС. Звідки буде вакцина, яку от планується завести найближчим часом? Опять же, я могу только опираться на ту информацию, которая есть в прессе официально. Вообще сейчас разрабатывается очень большое количество вакцин, 57 по крайней мере, из них достаточное уже количество проходит последнюю фазу. Но хочу вам сказать, что ни одна из тех вакцин, которые уже используются в странах Европы, Израиля, Америки, они не имеют официального разрешения так как другие вакцины. Они имеют разрешение для экстренного только использования. Понимаете, это большая разница. То есть все вакцины, которые сейчас уже фактически одобрены, вот эти вакцины, они все равно еще не завершили последние фазы клинических исследований. А що означає оце формулювання екстрене використання? Тобто це розрішення в силу такої особої ситуації, вот і пандемії, яка требує немедленних вмешательств, поэтому дали розрішення раніше, ніж вообще обычно это делается. Делается это после завершения третьей фазы клинических исследований. Они как раз проходят параллельно и используется эта вакцина в необычном таком формате. Тобто говорити про ефективність цієї вакцини, яку використовують, як ви зазначили, там в Ізраїлі, в Америці, не можна. Ну почему? Уже проведено определенное количество исследований, не столько, сколько требуется для этого этапа, который позволяет определить эффективность вакцины. То есть в какой-то степени, значительно даже, я бы сказала, опираться на эти данные вполне можно. Вакцина, яка потрапить до України, про її якість можна щось говорити там? Всі вакцини, які зараз вже використовуються, це і китайська вакцина, вони відрізняються суттєво по своїм механізму дії, по составу ці вакцини відрізняються, але вони гарантують необхідну ефективність. Хто першочергово отримуватиме вакцину в Україні і чи буде вона безкоштовною? Сразу министр обещает, что вакцина, которая будет закуплена за госбюджет, она будет бесплатной. В Украине 24 декабря утвержден маршрут, карта дорожная, как будет осуществляться эта вакцинация. Вакцинация будет осуществляться в 5 этапов. И первый этап – это будут медработники, те, кто непосредственно работает, имеет очень высокие риски заражения. Дальше военнослужащие, соцработники, учителя, то есть и так далее. Это все опубликовано.
Зараз коронавірусна інфекція мутує, з'являються нові штампи, форми, хвороби. Яка вакцина буде у нас? Чи допомагатиме вона від всіх штампів, чи ще це теж невідомо? Ви знаєте, в пресі і дуже багато вокруг коронавіруса не завжди достовірна інформація. І я, як чоловік, який з першого пацієнта, який зареєстрований в Дніпропетровській області, я його бачила, то есть диагностировала и весь этот период наблюдая за этой инфекцией, да, некоторые изменения есть, но они не настолько кардинальные, чтобы говорить о том, что вирус, в общем, совершенно меняет свои свойства. Поэтому все это нужно еще, как бы, это чисто научная информация, и то, что поступает в прессе, нужно проверять. Це питання. Пані Людмило, скажіть, будь ласка, от ви сказали, що ще немає чітко ви сказали, що немає чітко ще в нас, встановленого, як будуть вакцинувати, коли, є тільки приблизні дати. А хоча б є кількість в нашій області вже, якісь, можливо, списки ймовірні, чи заклади, які будуть обов'язково в першу чергу вже будуть внесені в графік, в карти? Я думаю, что такие, поскольку опубликована она недавно, только 24 декабря опубликована эта карта, то в соответствии с этой картой и экстраполяция будет по отношению к каждой области, сколько в каждой области медработников, тех социальных групп военнослужащих, то есть те группы, которые будут в первую очередь подлежать вакцинации. Я думаю, что такая работа уже проводится. А, тобто точних даних ще немає, да? Чи є якісь там, як ви сказали, карти, якісь вже чітко в графік там вакцинації? Тобто ще такого не... поки не опублікована ця інформація, я не можу говорити, але я впевнена, що вона готується. Тому що якщо буде вже вакцина, то, звісно, потрібно вже одразу мати ці дані. Просто я не вхожу в сферу этой деятельности, поэтому я не владею полностью этой информацией, но практически уверена, что поскольку всегда и к эпидемии так готовились, да, и вот в отношении госпитальных баз их и оснащения, то есть все это поэтапно, поэтому я уверена, что поскольку мы готовимся к вакцинации массовой, то эта работа должна проводиться. Скажіть, от ви як фахівець з інфекційних хвороб, от за яким принципом обирається вакцина? Ну, наприклад, для Україна як обирала її? Їх же не одна. Україна ще не вибрала вакцину. Хотя есть уже інформація о том, що договор з китайською вакциною. Это чисто научный вопрос, понимаете, вакцины все, которые сейчас рекомендованы регуляторным, есть международный регуляторный такая комитет или комиссия, они все достаточно эффективны, ну, во всяком случае, так декларируется. Вот. Но они разные все, по принципу, какому принципу, они разные по стоимости. Вот китайская вакцина, она приготовлена, та, вот, о которой говорили, Синовак, да? Она по принципу традиционному, то есть она известна, ее фактические эффекты, потому что много очень вакцин, которые применяются для профилактики инфекционных заболеваний, сделаны по этому простому принципу. То есть это как бы, что значит простой принцип? Это убитый или живой микроорганизм, который вводится, но ослабленный, то есть лишенный болезнетворных свойств, он вводится, вот примерно это такой вариант. Что касается таких вакцин, как Moderna, да, и Pfizer, BioNTech вакцина, это вакцины, и кстати, Спутник российский, это вакцины инновационные, там используется вектор другого вируса. И это несколько, конечно, иная вакцина, но она также проверяется, эффективность ее также декларируется, достаточно высокая. Вот. Но об этих вакцинах, как они действуют, мы еще очень мало знаем. То есть те вакцины, которые содержат микро-РНК, которые содержат вектор с другого вируса, да, это новые вакцины.
Тобто можна сказати, що ми пішли за більш традиційним принципом. Ми ще не пішли. Ну, якщо хоча планується, да, про те, що говорять. Да, ну от эти вакцины меньше, я так думаю, следует ожидать каких-то, ну, неожиданностей. Вот. Но, тем не менее, министр говорил, что будет, ведутся переговоры и с COVAX, то есть по другим вакцинам. Поэтому я думаю, что у нас будут и другие вакцины. І ще таке питання, скажіть, будь ласка, а з чим пов'язано те, що у коронавірусу так швидко з'являються нові штами? Ну, от ми постійно чуємо, що там британський, японський, тобто вони якось так буквально там через тиждень вже виявили нову мутацію. З чим це пов'язано? Ну, есть возбудители, которые склонны к мутациям, есть те, которые более стойкие. Вот если мы говорим о гриппе, да, то грипп, там их три типа, грипп А, грипп Б и С. Вот С вообще как бы не фигурирует в эпидемиях, Б фигурирует, но он не мутирует, а вот грипп А каждый год мутирует. Это особенность этого вируса, что он мутирует. Но насколько он мутирует, опять же, это все много спекуляций вокруг этого. Вот. И поэтому должно пройти время, чтобы сам вирус еще недостаточно изучен. Еще прошло мало времени, мы все время находимся в стрессовой ситуации, ситуации эпидемии, борьбы за жизнь людей, поэтому научные исследования, они несколько запаздывают, естественно. Но уже много известно, но много еще, конечно, сюрпризов нам дает этот вирус. Дякуємо за відповідь. Скажіть, будь ласка, от так, як ви вже почали говорити і за принцип самої вакцини, зараз вакцинація – це єдиний шлях позбутися від ковіду, чи, можливо, є ще якісь у нас можливості? Ну, есть способи профилактики, специфические и неспецифические. Вот сейчас мы используем как бы неспецифические способы профилактики, это гигиенические способы защиты, маски, да, социальная дистанция, карантин. Вот. Но самым действенным способом является, конечно, вакцинация. И пока мир ничего лучше не придумал, как вакцинацию для того, чтобы остановить эпидемию, для того, чтобы того же гриппа, та же оспа была ликвидирована только благодаря вакцинации. Вот. Поэтому, да, вакцинация, только вакцинация. А який взагалі принцип її роботи? Принцип работы вакцины. Вот если мы говорим о принципе, который как бы чаще всего использовался, это вводится в организм ослабленные, либо убитый, либо живой ослабленный, либо его продукты деятельности, допустим, токсин, как при некоторых заболеваниях. Где. Вот. И в результате того, что вводится этот агент, организм начинает реагировать на него, как вот при болезни, да? Но в более ослабленной форме. Практически болезнетворные свойства его не проявляются, но иммунная система начинает работать так, чтобы выработать антитела, и эти антитела позволяют не заболеть. А скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що ще не можна говорити про вакцину, яка потрапить до нас, яку взагалі будемо використовувати, але є, можливо, взагалі протипоказання якісь для людей, яким не варто вакцинуватися? Чи вакцина є. Це... В кожній вакцині, яка пропонується, там є определені в списку, ну, кому нужно вакцинироваться, это и возрастные аспекты, вот, кому для детей пока еще этот вопрос не решен, вот, и также ну, возможные какие противопоказания. Ну, в принципе, любая вакцина, она противопоказанием к ней является непереносимость каких-то компонентов. Ну вот часто делается на белки куриные, если есть аллергия, но это все пишется в инструкции, прописывается. Вот. Но вообще на самом деле вакцины дают, ну, после вакцинации могут быть какие-то незначительные реакции, это нормально. А, скажите, местные и иногда бывают общие. От ми знаємо, наприклад, любой вакцинации.
Ми знаємо, наприклад, від поліомієліту роблять декілька вакцинацій, декілька там фаз щеплень. Чи відомо вже від коронавірусу це буде одна єдина вакцинація, одне єдине щеплення, чи будуть ще повторні якісь процедури? Більшість вакцин, які предлагаються, рекомендують дві вакцинації з інтервалом, ну там по-разному, 2-3 тижні до місяця. Тобто, якщо підсумувати нашу прес-конференцію, можна сказати, що поки що точної офіційної якоїсь інформації з приводу того, яка це буде вакцина, якої якості, ми сказати не можемо. Да, поки ні, ну ми не можемо сказати, яка конкретно буде вакцина, хоча ми очікуємо, да, от вже є якісь варіанти, які опубліковані. Но качество вакцин вже відомо, тому що мільйони вже привились в світі. В Америке, в Израиле практически полностью уже вакцинирован. Поэтому мы можем уже судить и о реакциях, и через какое-то время о том, какая эффективность этого. Що ж, дякую за всі наші відповіді. Запитань більше немає? Сьогодні говорили про вакцинацію від коронавірусу у Дніпрі. Коли її чекати, якої буде вона якості, нам відповідала на всі ці запитання професорка кафедри інфекційних хвороб Дніпропетровської медакадемії Людмила Шестакович-Корецька. Пані Людмила, ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!